народ, с вами Алекс Фреш. Мы продолжаем играть в The Crew 2 и сегодня будем добивать гонки, которые не пройдены. Так, сейчас нужно посмотреть по карте, потому что я по статистике чекал, у нас там есть непройденные. Так, не выполнено. Так-то странно. Потому что когда заходил непонятно куда. У нас статка говорит об обратном. Вот, стрит рейсинг 92%. Оффроуд 86%, фристайл 79% и прорейсинг 84%. Вот это вот мне непонятно немного. Гиперкар 82%. Они типа недоступны пока что, что ли? Потому что у меня есть машины вообще-то такие. Вы хотите, чтобы я ее купил, что ли? Сколько? Ну ладно, давайте. Фиг с ним. Надеюсь, не зря я ее купил, эту ламбу. Надеюсь, гонки сейчас появятся с ее наличием. Так, стоп, а как мне выйти отсюда? А, хотя можно, по идее, сразу в карту и чекнуть. Серьезно? Прикол, да? Офигеть. Вы 236. Нет, надо на улицу выйти. Надо затюнить ее немножко. Так, управлять. Ламба. Ламборгули. Так, как тебя затюнить? Транспорт. Характеристики. 320. Жирные запчасти у нас как бы на нее. Одна запчасть. Еще одна запчасть. 260 хотя бы. Лучше, чем ничего. Так. Карта, ну погнали. Теперь понятно, как добавлять гонки. А то смотрю, врубиться не могу. Думаю, что за фигня. Думаю, как оно работает. Думаю, почему у нас гонок нет. Так, ну чё. Сейчас на ламбе будем выбивать чуваков всяких. Так, это у нас погоня. Погонь давно не было. Погнали. Нифига себе, что за тачка такая? Похоже на мустанг. Ах ты ж, блин. Нифига не быстро. Так, сам не убейся, пожалуйста, а то я тебя догнать не могу. Так, а мне восьмерых? Слушайте, ну этих прям сложновато догонять. Ну хотя бы по этой трассе это делать хоть немного удобней. На, черканул, но не убил. Так, давай еще. Минус. Ах ты собака! Блин, вот это подстава. Я сейчас полдня их буду догонять. Еще три машины. Трасса вообще шикарная тут. И блин, вот с таким графоном офигенно кататься. Если бы можно было навсегда включать, выбирать, какой ты хочешь графон себе и кататься с ним. Я бы, наверное, с режимом погоня катался. Так, ну ничего, сейчас все запчасти выбьем какие-нибудь новые, хорошие. Минус. Блин, а тот коцанный, ну ладно. И еще один. Есть контакт. Отлично. Так. Нужны запчасти. Очень слабенько едет ламба. По сравнению с соперниками, они прям валят очень бодро.
Тормоза, впуск, коробка. Так, давайте тюнить. Коробка не супер, впуск не супер. Но лучше, чем ничего. Тормоза. Еще один 320. Походу, если 320 стоят, то прям все 320 выпадает. Надо будет, кстати, чекнуть. Если оно так и работает, то я знаю, как мы будем запчасти себе открывать все. Так. Hyperway Pursuit. Суперкар. И гиперкар. А, гиперкар, я читаю суперкар. Где там суперкар прочитал, я не знаю. Так, ну, ламба должна быть уже более бодренькая. Я, кстати, не смотрел на параметры. Но должно быть все гораздо веселее. Ого, неоновые огни. Вот это, кстати, тоже очень круто смотрится. На! Ну, он мной поворачивает, собака. Блин, офигенно все подсвечивается. Блин, офигеть, гонка какая красивая. Ну, трасса сложнее. Я что-то думал, что другая трасса будет. А-а-а! Промазал. Чтоб тебя. А так хорошо ехал, я бы его просто вынес с одного удара. Минус. Запчасти падают с неба. Да чтоб тебя, только не уезжай далеко, мне тебя убить нужно. Он сейчас врежется, самоуничтожится, мне его не засчитают. Блин, ну с такой неонкой вообще круто. Капец, 340 еду. Догнать не могу никак. Так, 2 минуты, еще четверых. Причем трафика куча. Так, последний удар ему. И следующий ему тоже последний удар. Надо переднего не отпускать. Он сейчас исчезнет куда-то. Блин, там... Да ты, зараза, сломался. Вот то, о чем я как раз таки говорил. Что не засчитают и все. Не понял. А. Я смотрю, думаю, они что там, двое что ли убрались? Так, последний. А мог быть это последний? Финиш. Блин, прикольная такая подсветка. И после дождя вообще круто. Но дождь не идет. Но асфальт мокрый. Вообще круто выглядит. Так. Кажется, фордяк хотел забрать мои запчасти. Мозги, подвеска и, по-моему, там снова то ли впуск был, то ли что-то такое. Так. Продолжаем тюнить ламбу. Да, ну, сейчас снова тормоза. А, это те же самые сейчас видятся. Мозги 241. 249 впуск. Да, ну, заметили, каждый раз выпадает что-то лучше, чем было. Максималка 390. 866 сил, разгон 2,7. Четверть выезжает с 10 секунд. Офигеть. Быстрая машина. Быстрая, но соперники тоже очень быстрые. Прям в натяжку идем так. Так. Давай сюда. Давай сюда. Потом по остатке можно будет чекнуть. Что у нас по гонкам там получается. Прошли ли мы стритрейсинг или нет. Главное, ну-ка, в 10. Успел? А, только одна машина. Думаю, может еще что-то вдруг есть.
По городу, что ли? Ну там трасса была куда-то за город, по-моему. О! Да капец! Че, он сам нейтрализовался, что ли? Куда ехать-то? Блин, это сложно будет. Микрофон мешает. Надо сидеть как-то краешком. За микрофоном полэкрана не видно. О, трасса наконец-то. А, нифига себе, откуда мы едем. Минус. Так, 4 минуты всего было или сколько? То есть мы за 40 секунд 4 убили. На! Так, последний остался. Главное хорошо разогнаться. Нифига, движок до 10 тысяч может крутиться. Как мопед прям. Финиш. Первое место. Хотя, наверное, и второго не бывает. Только одно место. Так, что там по запчастям? Супер. Запчасти в кармане. Изи катка была. Прям вообще. Ну, по городу я немножко подофигел. Думаю, нифига себе. Так. Тормоза все еще моргают старые. Коробка стала лучше. Мозги стали лучше. Да. Только лучше может быть. Хуже быть не может. В принципе, хорошо. Что хуже быть не может. Так, а где мы смотрели эту фигню? Каталог? Нет. Ух ты, пилот. А. Слушайте, где можно шматье поменять? То у нас только шматья всякого непонятного. Street Racing 96, как бы все еще. А, все остальное за фотки. Блин, а я думал, у нас тут что-то есть. Уличный расклад, нелегальщина, дорожные приключения, высотки. У нас хватает всякой фигни. Кстати, я так и не врубился, как эти фотки делать. Оффроуд. Так. Задание на умение 0%. Но мы их особо и не проходили. Стоп, а тут мы проходили в Street Racing задание на умение? Сотка? Серьезно? Серьезно? Вообще ни одного? Байонна. Слалом. Переместиться. А, у нас отключена эта штука на карте. Их надо включать, чтобы они отображались. Где-то их нужно включать. Отзывы о хобби? Это как? Метки на карте, допустим. События, по-моему, да? Ну-ка, будет же что-то или нет? Да, есть. Интересно, могу заехать на чем угодно или нет? Нормально, что мы на ламбе? Никого это не смущает? Походу никого не смущает это. Тупо на ламбе проходим слалом. Для внедорожников. Я успел, не? На самом деле можно было и быстрее. Я что-то тупил там стоял. Хм, я думал запчасти дадут хотя бы. То есть и эту штуку мы сейчас уже прошли. Так выходит. Надо проверить. Так, а где это было? Миссии.
Так, оффроуд. Да, смотрите, 2%, офигеть. Побег. 560 метров. О, это уезжать от точки. Ой. Главное участие, правильно? Мы успеем, кстати, до 560. А дальше неизвестно. Но если бы тачка была мощнее, я бы тут сейчас так бы полетел. Мы на этих миссиях можем нормально дубасить. Километр успел. На ламбе, блин. Просто на ламбе. Прохожу задание. Изи катка. Если бы только запчасти еще за это давали, я был бы просто счастлив. Так, как вообще нам на карте? Можно их посмотреть, как-то включить задания, которые мы не проходили или не участвовали? Задание на мне. Статус. Не выполнено. Ого! Нифига себе. Не выполнено. Ничего так, список у нас. Хорош список. Реально хорош. Ну, кто-то из тех, кто есть в друзьях. Аэробатикс. Словом, в аэропорту Майами, допустим. Ну, погнали, попробуем. Ух ты ж, блин, а куда ехать-то? Я заблудился немного просто. Тоже тут как бы на любой тачке можно ехать. Главное, до финиша даже успеваем доехать. Слушайте, ну это прям изи. Бабок, конечно, много не дают, но выполнять эти задания крайне легко. Опа! За уровень дали нам зеленку. Тормоза. Тормоза, по-моему, есть. Да. Давайте зеленые поставим. Вместо золотых. Пусть зеленые стоят. Так, ну в принципе с заданием мы справились. Главное, что прошли погони. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш и всем пока-пока.